Традиционно свой день рождения Михаил Николаев отмечает на своей малой родине в Ханголасском Улусе, где в честь его юбилея 13 ноября объявили праздничным днем. Смотрите далее сюжет Виолетты Засимовой. Праздничные мероприятия начались со встречи Михаила Николаева на границе Ханголасского Улуса у стелы Орла, где присутствовали главы всех наслегов и глава района. Начиная с границы и до города Покровска, трасса Умназ была украшена государственными флагами России и Якутии. А на пути следования праздничного кортежа возле каждого населенного пункта местные жители тепло приветствовали прославленного земляка. Человек эпоха, живая легенда Михаил Ефимович является общепризнанным политическим и духовным лидером многонационального народа Республики Саха-Якутия. Его жизненный путь является примером для подражания и образцом служения своему народу. Под руководством Михаила Ефимовича мне пришлось много работать. Руководя спортом, мы проводили вторые спортивные игры в Покровске. Работая главой Улуса, мы всегда с ним обсуждали пути развития Улуса. И его мудрые советы нам всегда помогали. Ну и сейчас мы общаемся, он для меня является наставником, учителем. У меня три фильма про его детство, короткие фильмы. К удивлению многих, они занимают вот очень призовые места во многих международных фестивалях, кинофестивалях. Ты как представитель молодого поколения, да, за что бы ты хотел поблагодарить Михаила Ефимовича? Я хотел бы поблагодарить Михаила Ефимовича за школу, за проявляемый интерес науки. На торжественном собрании в Центре культуры города Покровска Михаил Николаев ознакомился с работами учеников Актемского лицея по разработанному им проекту «Робототехника». Здесь же были представлены книги, выпущенные к его юбилею «Слово к моему народу» и Михаил Николаев из серии «Жизнь замечательных людей». Также первому президенту представили проект Краеведческого музея имени Гаврила Ксенофонтова «80 поздравлений», в котором более 100 человек со всех наслегов Улуса выразили слова признания и поздравили с днем рождения. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Ханголасский Улус.